Ключи от квартир вручаются счастливым новоселам в торжественной обстановке среди тех, кто получил заветное жилье, многодетные семьи и госслужащие. Квартиры сегодня получают очередники по линии КИК. Есть несколько категорий. Это те, кто уже не один год стоял в очереди на получение жилья. Сегодня в семье Ашимовых настоящий праздник. Они получили ключи от квартиры, которую молодая, но уже многодетная семья ждала 2 года. От радости глава семейства растерялся настолько, что даже не сумел подобрать нужных слов. Что сказать? Конечно, радостное событие. Мы ведь 2 года мыкались по съемным квартирам. А всем, кто, как и наша семья, сегодня получил жилье, хочу пожелать тепла и уюта. Радостный день сегодня и для Наркыз Исаковой. Она получила ключи от двухкомнатной квартиры. Своей радостью женщина поделилась со своими близкими. Рядом с домом расположены школа и детский сад. От имени всей молодежи хочу сказать спасибо за жилье. Стоит отметить, что полноценными обладателями жилья новоселы станут только после полной оплаты стоимости жилья. В течение 20 лет они должны аккуратно вносить оплату. А она в среднем составляет около 30 тысяч тенге в месяц за однокомнатную квартиру. Впрочем, финансовая сторона вопроса новоселов не пугает, ведь главное, у них есть своя крыша над головой. А значит, им больше не придется скитаться по съемным квартирам. Отметим, сейчас в городе в очереди на получение жилья стоят около 25 тысяч человек. А с начала действия программы развития регионов и Нурлы-Жол в Шымкенте построена 2541 квартира.